В отделении челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы открылся консультативно-диагностический кабинет. В новом подразделении оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Наша съемочная группа узнала, с какими жалобами приходят пациенты к хирургам-стоматологам. Поломали челюсть, двухсторонний перелом. Первый раз выставили челюсть в Астрахани неправильно. Поставили криво. Вот. Мучился долго. Вот. 9 месяцев челюсть неправильно стояла. Не покушать нормально, не поговорить. В Люберецкую областную больницу житель Дагестана Денис Половинкин попал благодаря сарафанному радио. Челюстно-лицевые хирурги устранили последствия двух неудачных операций, проведенных в другом регионе. Спустя неделю пребывания в стационаре мужчина готовится к выписке. Результат лечения налицо. Все хорошо. Отек быстро спал. Не ожидал даже, честно говоря. Качество, доступность и сжатые сроки оказания медицинской помощи – главные принципы работы отделения. Теперь придерживаться их стало проще. В блоке челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы появился консультативно-диагностический кабинет. Здесь уже будет направленность именно врач-пациент, где уже происходит координация этого пациента. Человек именно не уходит уже, так скажем, лечиться именно в другую медицинскую организацию. То есть у нас сокращаются именно сроки оказания именно плановой медицинской помощи и ожидания списка листа, так скажем, на госпитализацию. Сейчас она, конечно, составляет до месяца. В планах, так скажем, это будет именно сокращено до недели. В отделении челюстно-лицевой хирургии не только оказывают своевременную и качественную помощь пациентам, но и дают путевку в профессиональную жизнь молодым врачам. На базе стационара стажируются начинающие специалисты, которые в последующем устраиваются на работу. Самые перспективные врачи, как правило, остаются здесь, в Люберцах. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.